Завоз грузов в Якутии идет в плановом режиме. Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил заместитель председателя Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Виталий Чикачев. Сейчас идет интенсивная отгрузка в пункты рек Арктического побережья. С опережением идет отправление лесных и строительных грузов. В верховьях реки Алдан наметился подъем уровня воды. Также для судоходства открылся бар реки Яна. Перевозка дистоплива и каменного угля идет также в плановом режиме. По реке Лени основная масса нефтепродуктов уже отгружена и доставлена до пунктов назначения. Итогом автозимника, который у нас сложился, да, очень тяжело, и мы часть объемов грузов, которые не смогли, да, доставить до пунктов назначения, мы перенесли ее на навигацию. Этот объем у нас составляет 36,4 тысячи тонн. И на сегодняшний день тот объем, который у нас запланирован был в навигацию, у нас сегодня составляет 70% доставки.